Сотрудники московской полиции сегодня рано утром сообщили нам очень страшную новость, дорогие наши зрители. Об этом сейчас мало кто знает. Мы, как всегда, одни из первых пытаемся вам об этом рассказать. Этой ночью в одном из ночных клубов города Москвы произошла трагедия. Двое неизвестных парней очень сильно избили и ограбили всем известного российского артиста, циркача Эдгарда Запашного. На данный момент Эдгард Запашный находится в 26-й городской больнице в коме. Этим вопросом по поводу розыска данных преступников занимаются сотрудники полиции, которые уже установили очевидцев этого преступления, а также изучают съемки камер видеонаблюдения. Для чего они это сделали, пока никто не знает. Очень мало информации, друзья, мы надеемся на то, что к утру уже информация появится, и рано утром мы сможем вам более подробнее рассказать об этой всей трагедии. Поддержите, пожалуйста, наш канал, подпишитесь на него, нажмите лайк на это видео, а также нажмите на колокольчик. Только так вы получите возможность каждое утро получать уведомления о том, что у нас на канале вышли свежие новости. Берегите себя, родных и близких, друзья, и пусть вам в вашей жизни сопутствует только лишь удача.